Приветствую вас, друзья. Вот я получил желанный мой тренажер, байк, который я очень уже хотел. Вот Amazon прислал мне его. Я дождался. Теперь будем проводить и собирать. У нас есть еще беговая дорожка, но она для меня не подходит. Заодно, открыв компьютер, заниматься еще параллельно другими делами. На этот счет у меня тоже есть свои планы, поэтому я именно выбрал байк со столиком. Теперь будем открывать и осуществлять свой смитом вместе. Где наша? Я себе. I have this thing locked onto. Oh. 66 movements per second? How much this thing moves, though? Вот, друзья мои, я установил свои тренажеры в свою комнату. Здесь я тренируюсь и в то же время включаю компьютер. Так, сейчас включим. Делать подарок для тебя. Нравится идея, то ставь лайк к данному видео и в комментариях напиши слово английский, если еще хочешь. Вы тоже поставьте лайк. Поставь лайк этому видео и напиши слово английский. Действительно отличное событие. Нас 500 тысяч. Ноги крутят педаль. Здорово, друзья мои, мы идем дальше. Изучаю язык. Это практический курс. И на практический курс 7 тысяч слов. Тренировка 3 в одном. То есть особенность данного курса, что будет здесь, и транскрипция. Специально для вас я добавил транскрипцию. Не поленился, это очень важно для произношения. Аудирование. И разговорная практика. Сейчас мы с вами посмотрим, как это работает. И вообще говорят, что 7 тысяч слов это 99%.
всего английского языка. Именно так. То есть я сам составил данные... Отличный преподаватель. Преподаватель от Бога. Учит бесплатно. Столько у него видеоуроков, и они очень эффективные. Это не для рекламы, но я советую, кто хочет изучать английский язык. Английский язык по плейлистам. Напишите английский язык по плейлистам, и он, и его плейлисты выходят. Выбирайте сами, какой вам подходит, и изучайте. Вот так, друзья мои. Здесь есть монитор, который показывает дистанцию, калории, время, пульс и еще что-то. Отлично работает тренажер. Мне этот тренажер очень нравится. Значит, я здесь разрабатываю ноги, а на этом снаряде я поднимаюсь вверх ногами и качаю пресс. Заодно вытягиваю суставы. Я еще не сказал, вот здесь вот есть, значит, режим. Хотите, значит, на переключаете, вот защелка щелкнула, становится тяжелее крутить. Если хотите легче, крутите в эту сторону. В общем, педаль там... магнитный регулятор, который, значит, педали утяжеляет и облегчает, регулируется. Здесь еще есть такой ящичек есть. Здесь я храню свой блокнот, где я веду записи по своему продвижению к успеху, результаты. Также здесь вот у меня я повесил специально таблицу с датами. И здесь отмечаю каждый день, сколько я прокрутил педали. Можно еще кое-какие занятия добавить. Но я пока здесь только педали добавил. И вес. Теперь я покажу вам. Как я занимаюсь на этом тренажере. Здесь я вытягиваю суставы и в то же время качаю пресс. Все суставы как резина тянут, вытягиваются. Идет прилив крови к голове. И я медленно начинаю качать пресс, не напрягаясь. Десять раз хватит на начальном этапе. Теперь отдыхаю. Немножко отдохнув, продолжу. Итак, делаю в три подхода. Пока. Когда уже подкачаем мышцы, сосуды привыкнут к напряжению, буду подходы увеличивать и количество раза буду увеличивать.
Продолжаем. Пускаем замедленно, без рывков, чтобы кровь не ударила в голову. Третий подход. Отдыхаем. Медленно опускаемся вниз, не спеша. Регулируем руками, чтобы не быстро опуститься. Находимся некоторое время в таком положении, придерживаясь руками. Теперь выпрямляемся. Одной рукой страхуем, чтобы не нырнуть головой вниз. Ставим фиксатор. Вот и все. Ну вот, друзья мои, чтобы разрабатывать свои суставы, поддерживать здоровье и кровообращение, чтобы было лучше, я пользуюсь вот этими двумя тренажерами, которые стоят у меня в моей спальне. Места хватает. Приятное сочетаю с полезным. Совмещаю изучение английского языка с тренировкой на велотренажере.
и поглядываю в окно. Прекрасный вид. Ну вот и все, пока на этом. Всего хорошего, друзья мои. С вами был Садриди. Желаю вам здоровья и успехов. До свидания.